Владимир Путин в этом году встретил Рождество в Санкт-Петербурге. Днем приехал в Петропавловскую крепость на народные гуляния, а в полдень ему предоставили почетное право произвести традиционный пушечный залп. К президенту присоединился Владимир Бендет, коренной житель Петербурга, почетный строитель России. И, кстати, сегодня у него день рождения, ему исполнилось 85 лет. Приветствую вас с днем рождения. Спасибо, спасибо. Спасибо. Большая честь для меня. Будем сегодня ставить эти приветствия? Есть. Да. Но главное не видеть интерны. Раньше вас. Синхронно. Это правильно. Вам рожа тоже вас стрелял. А результат? Результат есть. Да. Тяжелый. У нас есть подарок для вас. Ага. Спасибо. Спасибо. С днем рождения. Спасибо, спасибо. Пушечный залп раздается ежедневно. Выстрел производится с Нарышкина бастиона. Этот обычай был введен еще при Петре Первом. Позже залпы звучали в честь военных побед и знаменательных событий и приветствовали почетных гостей города. Один, два, три, четыре, пять. Я вас поздравляю. Прекрасный полуденный выстрел. В честь сегодняшнего праздника. Праздника. Вас также, Владимир Владимирович, с праздником. Без двух пушек. Спасибо. Попали, Владимир Владимирович. Точно. Конечно. Здесь не промахнешься. Нет, все только так. Спасибо большое. Президент также пообщался с воспитанниками Суворовского военного училища.